Ребяшки, хеллоу, как говорится, приветствуем вас в прекрасном штате Джорджия, Соединенные Штаты Америки. Сегодня у нас короткое, немножко такое экспромтом видео на тему, что называется, проезжали мимо, увидели интересное, решили вам показать и рассказать. Хочется поговорить сегодня о советском автопроме. Многие из вас, конечно же, прекрасно знают, что многие советские, в том числе, так сказать, легендарные тачки, это частичные, а то и полные копии американских, немецких и других разных автомобилей. Все началось в далеком 1932 году, когда появился ГАЗ-А. По многим параметрам это копия автомобиля Ford Model A. И потому что называется «пошло-поехало». Вот вам зачитаю некоторые интересные факты. ГАЗ-М1, Ford Model B, ЗИС-110, Packard 180, Москвич-400, Opel Kadett К-38. Дальше ГАЗ-21 Волга. Интересно. Ford Mainline, Москвич 402, Opel Olympia Рекорд, 1956 год, ГАЗ-13 Чайка, Packard Caribbean и Packard Patrician. Дальше Запорожец, вот хорошая тема, ЗАЗ-965, это копия Fiat 600. ЗАЗ-966, это немецкий NSU Prince 4. ГАЗ-24 Волга, да, ребяшки, 24-я Волга, это у нас Ford Falcon, а также Plymouth Valiant. Не точная копия, но инженеры советские, это общепризнанные факты, заимствовали некоторые идеи, что касается внешности прежде всего. Дальше идем. ВАЗ-2101, между прочим, получил премию «Автомобиль года» в 1976 году, но тоже общепризнанный факт – это просто почти полная копия Фиата 124. Ну, ребяшки, чего мы не ожидали, какой подставы, так сказать, мы не ожидали, так это УАЗ-Буханка. И вот то, что стоит за мной, это не УАЗ-Буханка в Америке. Это Jeep FC 150. И эта машина появилась раньше УАЗа Буханки. Проезжали мимо, увидели, хозяин разрешил поснимать. Что к чему? Очень быстрый обзор, но интересный обзор. Тачка как новая, восстановлена. Короче говоря, погнали. О, ребяшки, 55 секунд вашего времени, потому что Snapdragon 865, защита от воды и повреждений, а также, спасибо, экран 21:9 в смартфоне. Круто, правда? Sony Xperia 5 Mark II. Что интересного? Отличный экран, кино, игры, конференции, зум, вот это вот все удобно. Крутые камеры, автофокусировка по глазам, серийная съемка до 20 кадров в секунду, а также оптика Zeiss. Мощная начинка, Snapdragon 865, 8 гигов оперативки и поддержка microSD до 1 терабайта. А еще супер качество звука, защита от воды, а также разъем 3,5 мм. Sony, респект. Специальная ссылка на Sony Xperia 5 Mark II внизу. Очень рекомендую. Денис, понравился? Супер. Продолжаем со штатом Джорджия и Jeep FC 150. Поехали. Итак, перед нами Jeep Forward Control, сокращенно FC, модель FC 150. Он построен на платформе CJ5 от гражданской версии знаменитого автомобиля Willys. В основе этого автомобиля прочная стальная рама, на которую устанавливались различного вида кабины. А в виде вот такой вот платформы, типа пикапа, короче говоря, вот как здесь, а также кузов-фургон. Вот прям как наша буханка, кузов-фургон, такая машина тоже была. Автор внешности этого автомобиля – промышленный дизайнер Брук Стивенс. Несколько интересных цифр. Серийное производство FC 150 началось в 1956 году. УАЗ-450 запустили в производство в 1958. В 1965 году, 9 лет спустя, вот эту вот машину FC 150 перестали выпускать. И именно в том же году на конвейер поставили УАЗ-Буханку УАЗ-452. У нас кузов пикап вот такой вот, деревянный прям. Но, повторюсь, были и фургоны, прям как наша УАЗ-Буханка. Длина 3,7 метра, кузов у нас около 2 метров. Полный привод, между прочим, да, полный привод. Двигатель 2,2 литра, 75 лошадиных сил. Также было много разных спецверсий. Вот там вот стоит красненький, немножко ржавенький. Это была пожарная машина раньше. Вот эти вот все модели, они все под восстановление, повторюсь. Но, тем не менее, еще один интересный факт. Эта машина в США особой популярностью не пользовалась. Всего было выпущено 30 тысяч автомобилей. Тем не менее, энтузиасты есть, которым эта машина нравится, которые, так сказать, ее восстанавливают. Такая вот старина, раритет. Буханка в России до сих пор продается. Интерфейсы. Все такое знакомое. Открываем. Ребяшки, на самом деле и смешно, и не очень, потому что это для американцев, там хозяин стоит, который все это восстанавливает, для них это вообще лютый раритет. Но интерфейсы, они же почти такие же. Вот я недавно ездил на УАЗ-Буханка Автодум, прям почти все точно такое же. Посадка ровно точно, даже эхо, блин, такое же. Температура, масло, аккумулятор,
печка, вот, пожалуйста, стоит, которая, сами знаете, как включается. Раздатка, полный привод. Движок у нас находится вот здесь. Вот, повторюсь, 2,2 литра, 75 лошадиных сил, но это первая модель. Там потом были другие модификации, в том числе 4,5 литра и в том числе с четырьмя колесами на задней оси. Вот там пожарная машина стоит, у нее 4 колеса и 4 двери было. Здесь у нас 2 двери. А сзади у нас кузов, небольшой кузов. То обычный пикап, можно возить всякое добро, что в Америке, собственно, любят делать. А хозяин вот тут недалеко, вроде адекватный мужик. Сейчас спрошу, вдруг разрешит прокатиться. То есть он так прям за эту тачку радеет, он восстанавливал своими руками, но вдруг разрешит. Сейчас спросим. Щели в дверях прям как у нас. Прям палец можно вставить. Едем, едем, едем. Опа, опа, о, все, поворачивает вообще, поворачивает. Да, газу, газу, газу. Да, все по классике. Первая вниз. И поехали. Давай! Ох, красотка! Наша буханочка чувствуется! Оно! Это же буханка, натурально! Родненькая! Ой, как идет! Опа, опа, 75 лошадей-то, а? Красотища! Это же какое удовольствие, а! Ну, то есть это раритет. Вот так, это первое. Ух, какая коробка, а! Просто так мягко, так идеально передачи включаются. 65-й год, охренеть. Но отклик руля минимальный. Но кайф, очень круто. Так, сюда и на место, как стояло. Охренеть. Они прям включаются, прям. Вон, смотри, раз, два. Роскошно. Ладно, все, выходим. Так, аккуратно. Короче говоря, вот такой вот аппарат, Jeep FC-150. Факты остаются фактами, многие из вас изучают историю, с удовольствием почитаем ваши комментарии, ваше мнение, ваше видение вот об этом во всем. Про Жигули и Волгу я лично знал, про буханку, честно говоря, не знал, что есть вот этот автомобиль. Еще раз спасибо за гостеприимство американцу Алану, вообще крутой мужик, прям пустил в гости, говорит, чай, заходите, попейте, машину поснимайте, очень круто. Ждем ваш комментарий, Jeep FC-150, американская буханка, типа того, увидимся, пока.